Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». И если в прошлом нашем выпуске мы путешествовали по праздничному городу, то на сей раз мы отправимся в разные страны и города, которые, как оказалось, можно узнать, не выезжая за пределы Рязани. Первым пунктом нашего путешествия станет совсем другая эпоха. И отправимся мы в 14 век, во времена нашествия Золотой Орды. Праздник, который вот уже много лет проходит в августе в Рыбновском районе, на предполагаемом месте проведения знаменитой битвы, стал известен широко за пределами нашей области. Участники реконструкции, а также зрители приезжают из самых разных регионов страны. Я 2 года назад была на этом фестивале. Остались только положительные впечатления. Вот решили приехать всей семьей. На этих полях, вот, которые раскинулись вокруг села Глебово-Городище, проходила известная битва на Воже 1378 года. И это вот как одно из самых первых выигранных сражений с татарами, оно, конечно, безусловно, привлекает внимание всех наших патриотов, рязанцев, любителей рязанской истории. 636-я годовщина Великой Победы русского войска над Золотой Ордой по традиции отмечена в Рязанской области театрализованным представлением. Не случайно этому событию придают такое значение. Битва на реке Воже, состоявшаяся в августе 1378 года, сегодня считается историками предтечей Куликовской битвы. Здесь концентрируется наибольшее количество памятников археологии на всем течении реки Воже. Именно здесь. Недаром это место 2010 году здесь было сформировано достопримечательное место Поливожской битвы. После 6-дневной осады пала Рязань. Следом за ней Батый сжег Москву, Владимир, Торжок, Костель, Киев и многие другие города, дойдя почти до Центральной Европы. В 1378 году Мамай собрал воинов много и послал Темника Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю русскую. Место для праздника выбрано условно. Истинное расположение поля Волжской битвы археологам только предстоит узнать. Специально для этого в Рязанском Кремле создана экспедиция. Для посетителей работало историческое фотоателье, проходили соревнования в метании копья и стрельбе из лука и другие народные забавы. Но основой праздника, конечно, стало театрализованное представление. В этот раз организаторы праздника использовали прием «машины времени». Зрителям напомнили обо всех знаковых войнах страны. Вспомнили локальные, Великую Отечественную, Первую мировую, Отечественную 1812 года и, наконец, подошли к кульминации – исторической реконструкции битвы на Воже. Однако в этом году участников реконструкции было совсем мало, поэтому битва выглядела не так масштабно, как обычно. Несмотря на это, действие вызвало восторг у многочисленных зрителей, собравшихся на холмах Глебово-Городище в жаркий августовский день. Ну а теперь мы предлагаем вам отправиться в страну фараонов. Однако наш следующий сюжет познакомит вас не с древним Египтом и не с современным, а с Египтом начала 20 века. В последние годы Египет стал одной из наиболее популярных стран среди российских туристов. Жаркий климат, чистейшее Красное море и, конечно же, древняя история. Но оказывается, увидеть сфинксы и дотронуться до пирамид людям хотелось еще в начале 20 века. Именно тогда туристический бум в Египте совпал с эпохой важнейших археологических находок и открытий. В то время поездки в страну фараонов были овеяны романтической дымкой, что нашло отражение в романах Артура Конан Дойля и Агаты Кристи. Отдых в Египте считался престижным, и нередко европейцы приезжали сюда вместе с семьями и проводили на берегах Нила не одну неделю.
Фотографические иллюстрации к подобному отдыху можно увидеть, посетив выставку «Египетский альбом», работающего во дворце Олега Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Конечно, в стенах музея мы привыкли видеть экспонаты, рассказывающие о русской культуре, но на сей раз в центре внимания оказался вот этот альбом. Этот альбом хранился в фондах нашего музея, он хранится уже давно, но он поступил, сейчас он числится в основном фонде нашего музея, а поступил из вспомогательного фонда. А вот как он попал в вспомогательный фонд, мы, к сожалению, такой информации пока не обладаем. Этот альбом состоит из 931 фотографии. На самой экспозиции представлено более 20 специально отпечатанных снимков. Остальные же посетители могут просмотреть в электронном виде. Пожалуй, современным путешественникам будет интересно узнать, как выглядела эта страна, ее жители, да и сами туристы столетия назад. На них и яркие образы местных жителей, и достопримечательности Египта. И также представлен Каирский музей, который был открыт в 1902 году. И туристические забавы, которые популярны сейчас. Это катание на осликах, на верблюдах. Ну и, конечно, различные виды. И Нила, и Асуанской плотины, и различных архитектурных памятников Египта. Кстати, любители поездок в Египет могут поучаствовать в конкурсе, который сотрудники музея решили провести именно в связи с этой выставкой. Если у кого-либо сохранились фотографии из путешествий по Египту, то их можно выложить на официальной страничке ВКонтакте и на Фейсбуке, страничке нашего музея. Там представлены в альбоме несколько фотографий. Если у кого-либо есть подобные фотографии, ну, или с подобной композицией, то их можно тоже выложить на эти официальные страницы и получить бесплатный билет на выставку. Экспозиция, представленная на выставке, дополнена предметами, без которых нельзя было обойтись в путешествии, как в начале прошлого века, так и сейчас. В их числе СССР и, конечно же, фотоаппарат. Кстати, вполне возможно, что подобные фотокамеры и были сделаны эти удивительные снимки, связывающие две различные эпохи. Но благодаря библиотеке имени Горького любой желающий смог совершить увлекательное путешествие вниз по Волге. В очередной литературной акции приняла участие наша съемочная группа. Акции под общим названием «Литературный квартал» в библиотеке имени Горького становятся доброй традицией. Благодаря ей рязанцы уже познакомились с культурой и обычаями рязанской земли, Чехии, Франции. Ну а на этот раз все желающие могли отправиться в занимательную экскурсию вниз по матушке Волге. Река Волга – это великая русская река, и здесь находится очень много древних русских городов. И, естественно, территориально она очень интересна, потому что здесь она находится на стыке Европы и Азии. И здесь проживает очень много народностей. Татары, калмыки, угурты, коми и другие. Волжские города – это переплетение не только различных культур, но и религий. Там проживают и христиане, и мусульмане, и даже буддисты. Это нам показалось очень интересным, и мы хотели показать вот это взаимовлияние культур, взаимопроникновение культур друг друга. В увлекательное литературно-музыкальное путешествие в сердце России отправились сотрудники отдела хранения основного фонда библиотеки и их друзья – художники, музыканты, народные умельцы. А разнообразные конкурсы и викторины превратили импровизированное путешествие по Волге в занимательный праздник. Ни одно путешествие не обходится без знакомства с представителями местной флоры и фауны. И в нашем следующем сюжете мы расскажем о коренных обитателях Курильских островов. Курильские острова – далекие, неизвестные. Мало кто знает о том, что именно они являются родиной одной из самых необычных пород кошек – курильских бобтейлов. Главная их особенность и отличие от других представителей семейства кошачьих – данный им природой очень короткий хвостик. Пока в нашей стране немногие стремятся приобрести именно такого домашнего питомца. Однако в Рязани их разведением профессионально занимается Инна Тартушкина. Ее увлечение именно этой породой началось в 2011 году. Тогда Инна поехала в отпуск к своему сыну на Курильские острова.
Там и произошло ее первое знакомство с породой курильский бобтейл. Ну вот, сидела, значит, я возле окошка, и соседский кот Васька, он ходил по забору, а на курилах очень огромные вороны, очень большие вороны. И их увидишь вот вблизи, очень, ну, испугаешься. Он не побоялся этого ворона, он к нему подходил и бил его лапой, а тот от него отпрыгивал. И я сидела, наблюдала, и начала, полезла в интернет и начала искать эту породу, открыла. Потом сыну говорю: Саш, раз у вас родина курильских бобтейлов, я тут сижу, чего бы мне не привезти парочку с собой? Потом у рязанской заводчицы появилось еще 3 котенка с курил. К тому моменту Инна поняла, что хочет работать только с этой удивительной породой. Чтобы что-то сказать о курильском бобтейле, надо знать, что такое курилы. Курилы – это острова с особым климатом, суровым климатом. Ветра, тайфуны, постоянно, то есть ты себя там чувствуешь постоянно, вулканы, 26, вот я была на Айтурупе, там 26 вулканов. И вот в этой, на этих островах они произошли очень естественным путем, произошла эта порода, то есть ее называют аборигенной. Несмотря на суровый климат, в котором сформировалась эта порода, ее представители обладают удивительно покладистым нравом. Про курильских бобтейлов говорят, что это кошки с внешностью рыси, хвостиком зайца, преданностью собаки и душой ангела. Их характер им выводится в недостаток. Потому что курилы, они до такой степени привыкают к человеку, что если человек плохой, он просто будет его обижать. Курильские бобтейлы – преданные и общительные кошки, обладающие ловкостью и развитым интеллектом. Они не доставляют своим хозяевам никаких проблем с туалетом. Хватает одного слова, чтобы кот понял, что от него требуется. Любой курил быстро запоминает команды, хотя и будет выполнять их только в зависимости от собственного настроения. Но это все-таки кошки. Некоторыми чертами характера бобтейлы похожи на собак. Они легко осваивают апорт, подозрительно относятся к чужакам, могут защищать свою территорию и хозяина и всегда заранее чувствуют приближение опасных ситуаций. Известно множество случаев, когда курильский бобтейл настойчиво предупреждал человека об утечке газа, коротком замыкании и даже о приближении землетрясения. А еще они отличные крысоловы и рыболовы. На Курильских островах очень много пресноводных рек, которые летом туда заходит вода, рыба на нерест, и курилы подходят к реке и прыгают на косяк. Еще отличительная особенность у них очень большие когти и закрученные. И они прыгают на косяк рыбы, а когда идет косяк, он идет прям спина к спине. То есть воды практически не видно. Вот они прыгают на косяк рыбы и вытаскивают ее из воды. Действительно, задние лапы у этих животных чуть длиннее передних. Так что бегают они весьма своеобразно, почти как зайцы. Кстати, порода эта очень подвижная, но своей страстью к движению хозяев они стараются не применять. Сегодня эта порода, к удивлению, не распространена в нашем городе, поэтому воспитанники Инны на выставках вызывают только восторг и завоевывают самые высокие оценки. Но, как говорит заводчик, главное не это, а те эмоции, которые животные дарят своим хозяевам. У нас сейчас такой мир, что человек все время получает стрессы какие-то. Все время напряжение, все время мы куда-то бежим, все время нам не хватает времени. И вот когда мы заходим домой, и к тебе бегут, перегоняя друг друга, кидаются, бодаются, целуются. И ты получаешь такой разряд, ты их обнимаешь, целуешь. Это, ну я не знаю, это подпитка просто человека изнутри. Присутствие кошки любой породы в доме создает необычайно комфортную обстановку. Ну а курильский бобтейл, помимо этого, станет вам настоящим преданным другом. Ну что ж, на этом наше путешествие подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Всего вам самого доброго!